Понял. Вместе со старшим лейтенантом Седой. Понял, Седой, где? Я тут, а не Николай. Понял, да? Вот ваше направление. Ударная бригада ЛОП, камикадзе называется. Смотрите, больше, кричите, но только вот так. Матом, когда они отсюда будут вырываться, выходите опять туда вниз на дело. Поняли? Ну куда сейчас? Вы, главное, не приходите к тому, вон, видите, за вами ущелье, канава. Они через канаву уходят, потом вон тот лесок. Вот туда они сюда стаскивают всех пленных. И вот там еще разгадал. Пройдем батальон пятый. Нас что, тащить будет пленно? Поставьте их. Первый взвод на месте. Вы обратно идти, если будете. Это единственная лошадь в этом сердце. Здесь начинаем потихоньку рассредотачиваться и цепью подниматься сюда. Поняли? И нам надо выйти незаметным в вот этот район. Там будет третий взвод. Там будет первый взвод. Ясненько. Если они будут прорываться, кто идет по правому флангу, начинаете, если я говорю, вытягиваете фланг вон туда. Погоре, да? Но только бегите двоечками, чтобы было вам отбиться можно, прихватить кого-то. Не давать ему ходить через ущелье. Сейчас третий и пятый взвод сойдутся в смертном бою. В бою или в бою. И будет, ясно? И будет новый хан Батычку. Значит, нет. Так, а теперь? Майская побольше. Вы же мне сказали, Ля, ты что? Деревня, не ладно. Сама дура. Лёх. Угу, Лёх. На мину, Глядя на луну, как красиво. Потянулись. Давай. И нас плавно на фоне этой луны. Жареные были по 5 минут. Бегом. Убил. Так сделали боевой вид, нас снимали. Оба-на, вас сняли. Дамочки, брюки внутрь. Нас сняли. И водку под брюки. Да. Внимание, счастливые лица снимают открытой камерой. Маменькам покажете дома, как вы воевали, страдали. Ясно? Ну, пакетом кого есть? Покажите, сильные, слабые, какие. Все. Бомба, ракета, общий сбор, да? Да. Желтая. У противника. Значит, посмотрели, куда ракета пошла. Значит, в том направлении. Командиры взводов, командиры отделения разворачивают свои подразделения по боевым порядкам. Цепью. И прочёска, зачистка, начистка лиц и так далее и тому подобное. Понятно, да? Пленных брать живьем, еще раз говорю, мы никого не убиваем. Ясно? Понятно, да? Вопрос. Сейчас выдвигаемся на гору, туда же. Туда же магазин. Сейчас объясним.